Wann lobt dem Herrn hoch? Lass deinem Slavu за все милости. Gib ihm die Ehre für all die Gnade in seinem Leben. Он наш спаситель. Er ist unser Erlöser. Избавитель наш. Unser Erlöser ist. Его имя любовь. Sein Name ist Liebe. Halleluja. И мы хотим пред Творцом танцевать. Wir wollen tanzen vor unserem Schöpfer. Мы хотим пред Творцом восклицать. Wir wollen zu ihm aufjauchzen. Потому что он так чудно создал нас. Weil er uns so wunderbar gemacht hat. Потому что он искупил нас. Weil er uns erkauft hat. И мы свободны от греха. Und wir sind frei von der Sünde. Halleluja. Halleluja, воздай Богу славу, народ Божий. Благодарим Тебя, что мы Тебя знаем, и что Ты нас знаешь. И мы превозносим Тебя. Превозносим себя в своей жизни Тебя. Превозносим, Господь, здесь, мы когда поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя, Господь, выше всякого имени под небом. Потому что Ты царь царей. Ja, weil du der König aller Ты Господь, Господствующий. Ты даешь нам благословение du жить. Segnest uns zum Leben. Ты даешь нам обновление каждое утро. Du gibst uns Erneuerung jeden Morgen. Ты даешь нам пользоваться той благодатью, которую Ты даешь нам во время благодатное. Du gibst uns diese Gnadenzeit, das auszukosten, и мы благодарим Тебя, что мы здесь, на этом месте. Und wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Для того, чтобы слышать Твою истину, damit wir deine Wahrheit hören können, которую Ты преломляешь через Твое Слово. Dass du durch dein Wort brichst. Мы благословляем нашего брата. Wir segnen unseren Bruder. Сергея. Благослови его, Господь. Твое помазание пусть над ним будет сильным образом высвобождено. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Садитесь, друзья. Окей, я недолго буду представлять. Знаете, есть, я одного спрашиваю, говорю, тебя кто-то здесь знает?
Kennt dich jemand hier? Он говорит, меня здесь все знают. Er sagt, alle kennen mich. Так мы знаем уже отца Сергия здесь, в Германии. Und so wie wir den Bruder Sergej kennen in Deutschland. Кто-то через DVD посмотрел. Der eine durch DVD. Кто-то просто слышал его свидетельство, возможно, в сайте. Und der andere hat vielleicht ein Zeugnis. А другой просто рассказывал о нем. Und der andere hat von ihm erzählt. Ну, а сейчас мы можем его увидеть воочию. Und jetzt können wir ihn selber sehen. Итак. So, bitteschön. Батюшка Сергей, милостью Божию. Слава Ісусу Христу! Прайса Ісус Христос! Самому главному із всіх здесь собравшихся. Dem allerwichtigsten, der hier unter uns ist. Амінь. Amen. І давайте ми зараз встанемо, друзі. Und lass uns bitte aufstehen, Freunde. І як воскресшие поаплодируем воскресшему. Und wie die Auferstandenen dem Auferstandenen einmal applaudieren. Halleluja! Так прославляют воскресшие, воскресшего Спасителя нашего Иисуса. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу Единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя другого не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из гроба, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Воскресший Иисус, auferstandener Jesus Christus. Коснись сегодня каждого из нас. Berühre jeden heute von uns. Наш драгоценный учитель, unser kostbarer Lehrer. Учи сегодня нас. Lehre uns heute. Наставник, der uns hier erbaut. Наставляй сегодня каждую душу. Erbaue jede Seele hier. Благослови. Segne. Всех нас собравшихся здесь. Alle, die hier versammelt sind. Твоя святая любовь. Deine heilige Liebe. Пусть исцеляет разбитые сердца. Soll zerbrochene Herzen heilen. Твоя святая любовь. Deine heilige Liebe. Пусть воскрешает мертвые души. Soll tote Seelen auferwecken. Твоя святая любовь. Deine heilige Liebe. Да воскресит твою церковь. Soll deine Gemeinde auferwecken. Тебе вся, вся, вся слава. Alle Ehre gebührt dir. И наши аплодисменты. Und alle unsere Applaudissements. Amen.
Амен. Амен. Присаживайтесь, пожалуйста, возлюбленные. Setz euch bitte, geliebte. Братики, сестрички. Brüder und Schwestern. И я очень рад за эту встречу. Ich bin froh, hier zu sein für dieses Treffen. Я слышал о вашей церкви. Ich habe von eurer Gemeinde schon gehört. Слышал о вашей вере. Hab von eurem Glauben gehört. И рад видеть теперь вас. Und bin froh, euch jetzt живьем zu sehen. Живьем уже. Lebendige. И как всегда живем лучше. Und das ist immer, dass wir besser leben. И на самом деле, друзья, слушайте. Und es ist am besten, прославить Бога воскресшего могут лишь воскресшие. Den Gott auferstandenen können auch die Auferweckten preisen. Пережившие духовное воскресение свое. Diejenigen, die geistliche Auferstehung erlebt haben. Тот, кто не пережил духовное возрождение, не поймет, что здесь происходит. Ja, der diese geistliche Wiedergeburt nicht erlebt hat, kann das nicht verstehen. Может быть, нас сейчас смотрят неверующие люди и скажут, что здесь происходит? Vielleicht sehen das jetzt ungläubige Menschen und denken, ja, was passiert hier bloß? Какой-то батюшка. Was ist das hier für ein Bruder? Приезжий, заезжий. Der gekommen ist. В харизматичной церкви. In einer charismatischen Gemeinde. Русские, немцы, евреи, Russland und Deutsche. Киргизы, да, я не знаю, разные такие очень люди. Unterschiedliche Menschen. И мы все радуемся, прославляем единого нашего Господа. Und wir freuen uns, unseren wahrhaftigen Gott zu preisen. Потому что кровь Иисуса Христа. Weil das Blut Christi. Она обладает удивительной способностью. Es hat so eine bemerkenswerte Eigenschaft. Разрушает всякую преграду. Es zerstört jede Hindernisse. Разбивает всякую стену. Es bricht jede Mauern um. Греха, непонимания. Sünde, Unverständnis. Отчужденности. Oder Verurteilungen. Слава Богу. Praise God. И я благословляю вас, друзья. Und ich segne euch, meine Freunde. Именем Иисуса. Im Namen Jesu. И я приветствую вам, привез с России, с Украины. Und ich habe euch Grüße aus Russland, Ukraine mitgebracht. И от своей семьи, во-первых. Und zuerst auch von meiner Familie auch. Я ношу этот клобук, но я не монах. Ich trage dieses Gewand und dieses обычно Ring, такие, aber ich такие головные монах. Уборы носят значит, монахи. Normalerweise trägen sowas die Mönche. Я епископ церкви. Ich bin ein Bischof einer Gemeinde. И я ношу этот клобук как епископ. Und ich trage das, weil ich halt Bischof bin. Но я не монах, у меня супруга, шестеро детей. Ich bin aber kein Mönch, ich habe eine Frau und sechs Kinder. Да, да, я. Шестеро детей. Я. Неверующие, когда слышат шестеро детей, говорят, мои соболезнования. Wenn das Ungläubige hören, dann sagen sie, mein Beileid. Но верующие говорят, это награда от Господа. Aber die Gläubigen sagen, das ist ein Lohn, das ist ein Geschenk Gottes. Этот мир порой неправильно вообще смотрит. Diese Welt betrachtet das manchmal falsch. И, друзья мои, und meine Freunde, я хочу поделиться с вами ich möchte euch was mitteilen. Божьим Словом. Das Wort Gottes. И тем откровением, которое Бог дал, und mit dieser Offenbarung, die Gott gegeben hat, а также главными событиями предстоящими, und so auch wichtige Ereignisse, в современной реформации христианства, in dieser neuzeitlichen Reformation der Christen, задачи, стоящие перед современной христианской реформацией. Aufgaben, die davor stehen, vor dieser Reformation der Christen. Как православный реформатор. So wie ein orthodoxer Reformator. Я говорю в первую очередь, конечно, о реформации православной церкви. Spreche ich natürlich zuallererst über die Reformation der orthodoxen Gemeinde. Но я глубоко убежден, что некой встряски требует все тело Христово. Aber ich bin sicher, dass dieses Aufschütterung der ganze Leib Christi braucht. Реформация необходима телу Иисуса Христа сегодня. Dass diese Reformation das Leib Christi selber braucht. Апостол Павел написал следующее. Apostel Paulus hat nächstes geschrieben. В послании к Ефесянам. Zu den Ephesern. Встань, спящий. Steh auf, du, der schläfst. Воскресни из мертвых. Steh auf von den Toten auf. И осветит тебя Христос. Und der Herr wird dich erleuchten. Какие-то деноминации церкви, отдельных верующих Господь будет пробуждать. Einige Denominationen, einzige Christen wird Gott auferwecken. Других будет воскрешать. Die anderen wird er aufstehen lassen von den Toten. И он будет освящать свою церковь. Und er wird seine Gemeinde heiligen. В это последнее время. In dieser letzten Zeit.
которое мы с большим основанием можем назвать последним. Wo wir mit Sicherheit sagen können, das ist die letzte Zeit. Наблюдая за событиями последних десятилетий. Wenn wir die Ereignisse der letzten 10 Jahre schon betrachten. Один из величайших проповедников истории христианства. Ein großer Prediger der Christen. Уже ушедшая вечность. Der schon in der Ewigkeit ist. Билли Грэм. Billy Graham ist das. В одном из последних крусейдов своих он сказал однажды следующее. In seiner letzten einer der letzten Evangelisationen hat er gesagt, что за последних 40 примерно лет последних 20-го столетия, dass in den letzten 40 Jahren des 20. Jahrhunderts обратилось к Богу, sind also zu Gott gekommen, приняли Иисуса Христа как Спасителя своего, die Jesus Christus als ihren Retter aufgenommen haben, приняли крещение по вере в Иисуса Христа, die die Taufe nach im Glauben auf Jesus Christus genommen haben, не по принуждениям, nicht nach dass sie es mussten, по доброй воле, sondern weil sie es wollten, как обещание доброй совести, dass sie es mit gutem Gewissen versprochen haben, примерно столько же людей, so ungefähr so viele Leute, сколько за всю историю христианства предыдущую, wie überhaupt von der ganzen christlichen Geschichte gekommen sind. Билли был не только прекрасным евангелистом, но и хорошим историком. Billy war nicht nur ein guter Evangelist, sondern auch guter Historiker. И многие христианские историки утверждают примерно то же самое. Und viele christliche Historiker unterstützen das auch. Все согласны с тем, что последняя половина 20-го столетия была самой продуктивной для Царства Божьего. Viele bezeugen, dass die letzte Hälfte des 20. Jahrhunderts am allerproduktivsten gewesen ist. И все историки христианства согласны с тем, что реформации и обновления последних десятилетий 20-го столетия были самыми продуктивными за всю историю христианства. Und alle Reformatoren der christlichen Reformatoren bezeugen, dass die in letzter Zeit am meisten zu Gott gekommen sind. Это признак, один из важнейших признаков возвращения нашего Господа. Es ist ein Zeichen von dem, dass der Herr kommt. Господь рядом. Der Herr ist nahe. Я думаю, что очень многим христианским служителям даже в голову не приходит, насколько он близко. Ich denke, vielen Leitern, christlichen Leitern, es ist gar nicht bewusst, wie nah er ist. И я знаю, что библейские слова исполняются. Und ich weiß, dass die biblischen Worte sich erfüllen. И я знаю, что в последних стихах Библии, und ich weiß, dass in letzten Versen der Bibel, утверждается, dass das bezeugt wird, что в последние дни, dass in den letzten Tagen, церковь, die Gemeinde, будет говорить то же самое, что Дух Святой, wird das sagen, was der Heilige Geist sagt, и Дух и невеста говорят одно и то же, und der Geist und die Bräutigam, die sagen ein und dasselbe, в последних стихах Библии, in den letzten Versen der Bibel, и Дух и невеста говорят одно, гряди, Господи, und der Geist und die Braut sagt eins, komme, Herr. Удивительное, как вот говорят, симфония или созвучие такое. Das ist so eine bemerkenswerte Symphonie. Очень часто в истории церкви церковь говорила одно, а Дух Святой совершенно другое. Oft war es in der Geschichte der Christen so, dass die Gemeinde das gesagt hat und der Heilige Geist was anderes. Очень часто в истории своей христианство было непослушной женой. Oft in der christlichen Geschichte war ungehorsam der Braut. Апостол Павел в послании к Ефесянам сравнивает отношения Христа и церкви со взаимоотношениями мужа и жены. Апостол Павел vergleicht die Beziehung der Frau mit dem Mann, die Beziehung von Gott und der Gemeinde. Мы можем прочесть это в послании к Ефесянам. Wir können das in den Epheser lesen. И увидеть это своими глазами. Wir können es mit unseren eigenen Augen sehen. И ваше внимание я заостряю сегодня на пятой главе послания к Ефесянам. Und eure Aufmerksamkeit möchte ich auf Epheser 5 richten. И здесь, в пятой главе, und hier im Kapitel 5, я вначале прочитаю стих, самый любимый, наверное, братьями. Ich lese wohl jetzt den allerbeliebtesten Vers der Brüder vor. Не знаю, как немецкие братья, но ich weiß мне nicht, это по сердцу. Deutschen Brüder ist, aber mir liegt es am Herzen. 22. Vers 22. Сестры, можете пока не слушать. Frauen, но bitte nicht zuhören. Я могу так смело говорить, моей жены сейчас здесь нет. Ich kann das mutig sagen, meine Frau ist nicht hier. 22 стих. Vers 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Я не знаю, как он прочитал. В немецкой Библии также, да, сказано? So ähnlich, почти. Или может наоборот? Ordnet, ich sag mal das so, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Церковь сравнивается с женой. Die Gemeinde wird mit der Braut verglichen. Дальше говорится следующее, в 23 стихе.
Und dann 23 sagt, потому что муж есть глава жены, denn der Mann ist der Haupt der Frau, как и Христос глава церкви. Wie auch der Christus das der Haupt der Gemeinde. Давайте скажем Христос глава церкви. Lass uns sagen, Christus das der Haupt der Gemeinde. Amen. И он же спаситель тела. Und er ist der Retter des Leibes. И вот дальше читаем 24 стих. Но как церковь повинуется Христу. Und Vers 24 sagt, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Так и жены своим мужьям во всем. So auch die Frauen den Männern in allem. Мужья, любите своих жен. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Как и Христос возлюбил церковь. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. И предал себя за нее. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Чтобы освятить ее. Um sie zu heiligen. Очистив баню водную посредством слова. Reinigen durch das Wasserbad im Wort. Чтобы представить ее себе славную церковью. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlichte darstellte. Не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe. Но дабы она была свята и непорочна. Sondern dass sie heilig und tadellos sei. Аминь. Amen. Драгоценный Господь наш. Unser teurer Herr. Освяти свою церковь. Heilige deine Gemeinde. Пусть церковь твоя. Und lass deine Gemeinde. Радует тебя. Dich erfreuen. Послушанием. Dass sie im Gehorsam dich erfreut. Нетленной красотой. Nicht der irdischen Schönheit. Самым прекрасным украшением своим. Mit dem allerschönsten Schmuck. Аминь. Amen. Друзья мои, meine Freunde, христианки, also Christinnen, христианки, женщины христианские, слушаются ли мужчин? Sind die Christinnen ihren Männern gehorsam? Самый верующий. Der Allergläubigste. Голос. Allergläubigste Stimme. Я помню такой анекдот. Ich kenne so ein Gleichnis. Это христианский. Ein christliches. Называют неканонической притчей. Man nennt es nicht kanonisches Gleichnis. Врата рая. Das Tor zum Apostel Himmel. Апостол Петр с ключами. Und Apostel Petrus mit den Schlüsseln. Мужчины и женщины пришли к вратам рая. Frauen und Männer kommen zu den Toren des Himmels. Ну, новая партия христиан пришла с земли, значит, на заслуженный отдых, или как называть это? Also, viele Christen sind gekommen, so Urlaub machen ins Reich Gottes. И Петр говорит. Und Petrus sagt. Сделаем тест. Lass uns einen Test machen. Пожалуйста, вот сюда встаньте те пары мужчин и женщин, где слушались жены своих мужей. Und stellt euch bitte die Paare dorthin, die Frauen, die Männer gehorsam waren. Сюда, пожалуйста, те пары, где жены своих мужей не слушались. Und hier bitte die Paare, dessen Frauen den Männern nicht gehorsam waren. И все пары пошли туда, где не слушались жены. Und alle sind dorthin gegangen, wo die Frauen ungehorsam waren. И только лишь одна пара туда, где слушались. Und nur ein Paar ist dorthin gegangen, wo die Frau gehorsam war. Петр подошел к тому брату, у которого жена слушалась. Petrus geht zu dem Bruder hin, und dessen Frau gehorsam war. И говорит, брат, пожалуйста. Und sagt, Bruder, bitte. Расскажи, как тебе удалось вообще? Sag mir, wie hat es überhaupt bei dir geklappt? Поделись. Teil uns das mit. Он сказал, не знаю. Она сказала, иди сюда, я пошел сюда. Sie sagt, ich weiß es nicht. Sie sagte mir, ich soll da hingehen, also bin ich da hingegangen. Ja, ja. Наверное, зря сестры послушали сегодня такой анекдот. Это я рассказывал на мужской конференции. Ich habe das auf einer Männerkonferenz erzählt. Как муж своей жены. So wie der Mann seiner Frau. И как отец шестерых детей. Und so wie ein Vater von sechs Kindern. И как епископ церкви. Und wie ein Bischof der Gemeinde. Я могу сравнивать. Kann ich das vergleichen? И мне порой проще с моей епархией, чем с моей женой и моими детьми. Es ist mir manchmal einfacher mit den Gemeinde, mit der Gemeinde als mit meiner Frau und Kindern. И я знаю, что великая наука в семье совершается. Und ich weiß, dass eine große Lehre in der Familie verbreitet wird oder gebracht wird. Я знаю, что в отношении в семье оно
учит чему-то нас. Ich weiß, dass in der Beziehung, in der familiären Beziehung uns etwas lehrt. В конце вот этого вот этой главы там говорится, что по отношению ко Христу и к церкви. Am Ende des Kapitels wird gesagt, в 32 стихе в конце говорится, что тайна велика это. Da wird gesagt, dieses Geheimnis ist groß. Тайна брака велика, потому что имеет пророческое отношение, есть прообраз отношения Христа и церкви. Das Geheimnis der Ehe ist groß, weil da eine große Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde ist. Я не женщина. Ich bin keine Frau. И мне, может быть, сложно некоторые вещи понять в женщине. Und vielleicht ist mir schwer einige Dinge der Frau zu verstehen. Я подозреваю, что многим женщинам очень сложно подчиниться мужу. Ich kann mir denken, dass es vielen Frauen schwer fällt, den Männern sich unterzuordnen. Порой мы мужья плохой пример являем. Manchmal sind Männer ein schlechtes Beispiel. И пытаемся диктатуру установить в семье. Und sie versuchen eine Diktatur aufzustellen. Терроризм. Терроризмус, sozusagen. Но Библия говорит, что не террористы должны быть мужья, а любящие своих жен. Aber die Bibel sagt, die Männer sind keine Terroristen, sondern Liebende, die Frauen lieben. Многие жены боятся подчиняться своим мужьям, потому что думают, что они умнее, чем их муж. Viele Frauen wollen sich den Männern nicht unterordnen, weil sie denken, sie sind schlauer wie der Mann. И часто это правда. Manchmal ist es sogar wahr. Но даже самая умная жена должна подчиниться мужу своему. Aber selbst die klügste Frau muss sich ihrem Mann unterordnen. И думаю, чем она умнее, тем она быстрее это поймет. Und ich denke, je schlauer sie ist, desto besser versteht sie das oder schneller. На мой взгляд. Извините. Entschuldigt mich. Но моя мечта, чтобы жены христианские, они слушали своих мужей. Mein Wunsch ist es, dass die christlichen Frauen ihren Männern gehorsam sind. И чтобы мужья умело руководили своими семьями. Und dass die Männer ihre Familie gut leiten können. И чтобы этот мир завистью смотрел на церковь. Und dass diese Welt mit Neid auf die Gemeinde schauen kann. Я вспоминаю одного критика христианства. Ich erinnere mich an einen Kritiker der Christen. Он жил еще во втором столетии. Er hat im zweiten Jahrhundert gelebt. Это был римский философ Цельсиус. Es war ein römischer Philosoph Celsius. И он критиковал церковь. Он hat die Gemeinde kritisiert. Он считал христиан еретиками, смутьянами. Er hat как? Ну, еретиками, сектантами. Er hat die Christen mit Heretikern, mit Sekten verglichen. И правильно, что их к львам надо отправлять, как бы. Und das ist richtig ist, dass man sie zu den Löwen schickt. Но он кое-что заметил у христиан. Aber er hat etwas bei den Christen bemerkt. Он написал: «Но какие у них женщины?» Aber er hat gesagt, was für Frauen haben sie? В Риме не было таких женщин. In Rom gab es solche Frauen nicht. И я очень рад за христианские женщин. Und ich bin froh für christliche Frauen. Я знаю, что у христианских женщин есть то, чего нет у женщин в этом мире. Ich weiß, dass die Christinnen das haben, was die Frauen in der Welt nicht haben. Я знаю, что в христианской женщине есть нетленная красота. Ich weiß, dass diese Christen keine irdischen Schmuck an sich haben. И она самая прекрасная. Und das ist das, was alle am besten ist. Потому что Бог живет в ней. Weil Gott in ihr lebt. И она достойна уважения. Sie ist würdig der Achtung. Потому что Бог живет в ее сердце. Weil Gott in ihrem Herzen lebt. И она сонаследница вечной жизни. Und sie ist Erbin des ewigen Lebens. Я знаю, что моя жена, она не только здесь на земле моя жена. Ich weiß, dass meine Frau hier auf Erden meine Frau ist. Я знаю, что мы будем в вечности. Und ich weiß, wir werden in der Ewigkeit zusammen sein. И она сонаследница великого благословения Бога. Und sie ist Erbin eines großen Segens Gottes. И это дает мне еще больше уважать ее. Und es gibt mir noch mehr diese Achtung vor ihr. И церковь Иисуса Христа. Und die Gemeinde Jesu Christi. На протяжении своей истории. In der ganzen Geschichtszeit. Часто была непослушной женой. Sie war oftmals eine ungehorsame Frau. И очень часто церковь думала, что она умнее, чем Христос. Und oftmals dachte die Gemeinde, sie ist schlauer wie Christus. Очень часто церкви сложно покориться Христу. Oftmals hat es der Gemeinde schwer gefallen, Christus sich unterzuordnen. Иногда кажется это абсолютно даже невозможно. Manchmal scheint es so, dass es so absolut unmöglich ist. Но задача церкви последних времен. Aber die Aufgabe der Gemeinde der letzten Zeit. Покориться Христу. Sich Christus unterzuordnen. И Христос это не свадебный генерал. Und Christus ist kein Hochzeitsgeneral. Не просто почетный гость как бы. Nicht irgendwie ein Gast oder so. Христос это не английская королева. Er ist auch nicht die Königin von England. Которая вроде бы царствует. Der als ob er regiert. Но у нее нет денег. Und hat kein Geld. Власти. Hat keine Macht. Она не имеет такого влияния на свою страну. Sie hat nicht so einen Einfluss auf ihr Land.
Она не королева по-настоящему. Sie ist nicht wirklich Königin. Но Иисус Христос. Aber Jesus Christus. Он настоящий король. Er ist wirklich König. Не номинальный. Не номинальный, то есть не номинальный. Номинальный, то есть как бы, ну, без комментариев. Так. То есть неформальный, можно сказать так. Der ist nicht formell, der ist nicht irgendwie. Настоящий, правдушный, реальный. Er ist wirklich ein wahrhaftiger realer. Который как сказал, так оно и есть. Der so gesagt hat und so ist es. Вот такой пример. Zum Beispiel. Я был священником, раньше был священником традиционной церкви православной. Ich war früher ein Priester einer traditionellen orthodoxen Gemeinde. Я начал свое служение в России. Ich habe meinen Dienst in Russland begonnen. В 88 году. 1988. Это был как раз юбилей празднования крещения Руси. Тысячелетие крещения христианства на Руси. Das war gerade ein Jubiläum des tausendjährigen Taufe der Russen, dass die Christen aufgenommen haben, die Russen. И это были большие торжества. Und das war eine große Feier. Я был просто художник по светской моей специальности, я художник. Ich bin einfach nach meinem nach Beruf bin ich einfach Künstler. Я мечтал через искусство, через живопись именно показать людям то, во что я верю. Und ich wollte durch meine Kunst den Leuten zeigen, an was ich glaube. Я любил Бога. Ich habe Gott geliebt. Я читал Библию. Ich habe die Bibel gelesen. Я искал его. Ich habe ihn gesucht. Там, где я жил, не было евангельских церквей. Da, wo ich gelebt habe, gab es keine evangelika Gemeinde. Была традиционная православная церковь. Es war eine traditionelle orthodoxe Gemeinde da. И в 88 году. Und 1988. Я принял решение оставить искусство. Habe ich mich entschlossen, die Kunst zu lassen. Мне было это очень тяжело сделать. Es fiel mir wirklich schwer. Это была жертва для меня тогда. Es war ein Opfer damals für mich. Ради того, чтобы пойти в семинарию, и я решил стать священником. Um die Seminare teilzunehmen, dass ich Priester werden kann. Я почувствовал это призвание. Ich habe diese Berufung gefühlt. Которое охватило меня. Die mich einfach eingenommen hat. И я стал служить в храме. Und ich habe angefangen, im Tempel zu dienen. В том же 88 году. Auch im 1988. Стал читать, петь в церкви. Angefangen zu lesen, zu singen. Помогать священнику. Den Priestern zu helfen. В 91 году я стал сам священником. Und 91 wurde ich selber Priester. Это было в Рязани. Город Рязань. Das war in der Stadt Reza. Рязань, да. Рязань. Я служил священником. Und ich habe als Priester gedient. Был настоятелем прихода. Ich war am Eingang. И церкви, Gemeinde, да? Der Pfarrer der Gemeinde sozusagen. Я не общался с протестантами. Und ich habe mit den Protestanten keine Gemeinschaft gehabt. Честно говоря, тогда я считал, что протестанты все идут в ад. Damals habe ich gedacht, die Protestanten gehen alle in die Hölle. И я думал, что на небеса только лишь одни православные приходят. Und ich dachte, in Himmel kommen nur die Orthodoxen. Я думал, если мы православные едва спасаемся, то на что же надеются вообще протестанты и все и все. Und ich habe gesagt, wenn wir Orthodoxen uns so gerade eben retten, worauf hoffen dann die Protestanten? Католикам я тоже шанса никакого не давал. Und die Katholiken hatten überhaupt keine Chance. И это было, это сейчас странно звучит. Das klingt jetzt so komisch. Я считал, что только лишь моя деноминация самая правильная. Ich habe nur gedacht, dass nur meine Denomination die richtige ist. И Божий Дух дышит только лишь в рамках, в границах моей деноминации. Und der Geist Gottes atmet nur in den Rahmen meiner Denomination. Но Дух дышит где хочет. Aber der Geist weht, wo er will. И не где хочет батюшка. Und nicht da, wo der Bruder hier möchte. Или Бенедикт XVI. Oder der Benedikt der 16. Или пастор какой церкви. Oder ein Pastor der Gemeinde. Там, где он сам хочет. Sondern da, wo er selbst möchte. Если он не захочет, wenn er nicht möchte, он не будет дышать. Dann wird er auch nichts tun. Нельзя ему сказать, дыши, не дыши. Man дыши, kann ihm nicht sagen, дыши. Du sollst atmen oder was tun oder nicht. Он не понимает приказного тона. Er versteht nicht die Befehlsrufe. Он не будет подчиняться тебе. Er wird sich dir nicht unterordnen. Yes, sir, и будет выполнять твои поручения. Und er wird nicht sagen, ja, sir, und wird das tun, was du willst. Это не золотая рыбка. Es ist kein goldener Fisch. Есть у вас сказка такая в Германии, Habt да? Ihr so ein Märchen? Ну, наши все знают эту сказку, да? Die Russen kennen das.
И вот церковь, которая пытается иметь Бога как золотую рыбку, станет однажды старухой у разбитого корыта. Und die Gemeinde, die Gott als einen goldenen Fisch haben möchte, die wird einmal eine alte Oma an einem zerschlagenen Badewanne sein. Кетч. Корыто, ну. Ну, корыто. Транк. Короче, будет полный капут. Тринка, да? Я знаю слово капут. Я говорю, дьявол капут. Дьявол тоже капут. И на кого же и куда же хочет Бог дышать? Ja, auf wen oder wo möchte Gott überhaupt wirken? Я думал, он хочет дышать лишь на мою деноминацию. Habe ich gedacht, dass nur auf meine Domination atmen möchte. На наши святые места. Auf unsere heiligen Orte. На наши храмы. Auf unsere Tempel. Монастыри. Auf unsere Kloster. Но я не думал, что он может дышать вот такие вот собрания. Aber ich habe nicht gedacht, dass hier atmen würde. И когда одна сестричка мне сказала вот с такой церкви, что вот Бог меня исцелил. Und wo eine Schwester aus so einer Gemeinde wie hier gesagt hat, Gott hat mich geheilt. И я слушал ее, и мне было обидно. Und ich habe ihr zugehört und ich war beleidigt. Она сказала мне такую фразу, знаете, я говорит, раньше ходила в православную церковь. Sie sagte mir so einen Satz, ich ging früher in eine orthodoxe Gemeinde. И я ходила в разные храмы, разные монастыри. Und ich war in unterschiedlichen Tempeln und Klöstern. К мощам ездила, говорит. Ну, к останкам умерших, как бы, покойникам или как-то. Я zu den Knochen von den gestorbenen Heiligen gefahren. Целовала гробы эти и искала исцеление. Hab die Gräber geküsst und hab Heilung gesucht. Сама чуть было мощи уже не стала уже от этого уже. То есть, ну, вся уже высохла от болезни и все уже как бы. Sie war selbst schon voll ausgetrocknet deswegen. А потом говорит, и вот я думал, это секта, вы тоже говорите, это секта. Я тоже думал, это что-то секта. Und ihr sagt, das war eine Sekte, und ich habe gedacht, das ist eine Sekte auch. И однажды подруги сказали мне, слушай, тебя терять нечего уже. Und eine Freundin sagen, hey, du hast nichts mehr zu verlieren. Ты уже без посторонней помощи не передвигаешься даже. Du kommst ohne Hilfe gar nicht mehr vorwärts. Дай Богу шанс. Gebe Gott eine Chance. Вот, пожалуйста, давай мы тебя сейчас свезем в эту церковь. Ты говоришь, секта, ну, пожалуйста, ну, побудь раз хотя бы. Du sagst, das ist eine Gemeinde, aber komm einmal dahin. Одним словом, они ее привезли. Also, sie haben sie dahin gebracht. И она с первого же служения ушла на своих двоих. Und vom ersten Gottesdienst ist sie auf ihren beiden zurückgegangen. У нее появился стимул к жизни вообще. У нее появился стимул к жизни, ей захотелось жить. Sie hat einfach einen Lebenslust bekommen. Она почувствовала исцеление. Sie hat Heilung empfangen. И прошел какой-то месяц-два, и все эти страшные диагнозы ушли полностью. Und nach ein, zwei Monaten sind die schrecklichen Diagnosen voll und ganz weggegangen. Понимаете, она мне все это рассказывала. Und sie hat mir das alles erzählt. А мне было обидно. Und das, ich war wirklich beleidigt. Почему она не у нас получила, понимаете, исцеление? Warum hat sie nicht bei uns Heilung bekommen? Вот, и понимаете, я что сказал? Und was habe ich gesagt? Я сказал, женщина, Ich sagte, Frau, лучше бы вы умерли. Besser ist es, dass ihr gestorben wärt. Она, конечно, на меня глаза поставила. Sie hat solche Augen gemacht. Я сказал, лучше бы вы умерли, потому что это вас дьявол, говорю, исцелил. Ich habe gesagt, besser wärt ihr gestorben, weil der Teufel hat euch geheilt. Она была прям в растерянности. Sie war voll verloren, sie wusste nicht, was sie machen wollte. Да. Sie sagte, ja, so ist es. У вас свой Бог, у нас свой Бог. Ihr habt euren Gott, wir haben unseren Gott. У вас своя вера, у нас своя вера. Ihr habt euren Glauben, wir haben unseren Glauben. Вы бы умерли, вас можно было хотя бы вымылить как-нибудь там, значит, там, ну, Wärt ihr gestorben, könnte man für euch irgendwie beten, dann würde das schon klappen. А теперь, говорю, полный капут. Aber jetzt ist voll und kaputt. Поздно пить боржоми, да? Es ist zu spät. Вы знаете, и эта женщина, она до слез не дошла уже. Frau war fast am heulen. Она была в растерянности. Sie war außer sich. Я видел, что я доставил ей как бы такое состояние неприятное. Ich habe gesehen, dass ich ihr das ungemütlich gemacht habe. Думал, ничего. Und ich dachte, ach, wird schon. Пусть поплачет, может быть, покается. Soll weinen, vielleicht wird sie Buße tun. То бишь, вернется в православие. Das heißt, sie wird zu den Orthodoxen wiederkehren. Вы знаете, эта женщина, она, кажется, была лидером группы там домашней. Wisst ihr, diese Frau war eine Leiterin eines Hauskreises. И она, это было после рабочего дня. Und das war nach einem Arbeitstag. Она шла на свою домашнюю группу. Sie ging zu ihrem Hauskreis. Я знаю ее историю. Ich kenne ihre Geschichte. Знаете почему? Wisst ihr, warum? Через несколько месяцев я был в гостях на этой домашней группе. Nach einigen Monaten war ich zu Gast in diesem Hauskreis. Скажете, как же ты дошел до жизни такой? Und ihr fragt euch, wie bin ich bloß dazu gekommen?
целая серия чудес была. Also eine ganze Geschichte von Wundern. И самое большое чудо. Und das größte Wunder. Оно вот оно. Das ist hier. Божье слово. Gottes Wort. Вы знаете, друзья мои. Wisst ihr, meine Freunde? Вера не от целования Библии. Der Glaube kommt nicht vom Küssen der Bibel. Вера не от внешнего преклонения перед Библией. Es ist nicht von dem Niederbeugen vor der Bibel. Вера от слышания слова Божьего. Glauben kommt vom Hören Worte Gottes. Вера, она строится не на ритуалах. Der Glaube baut sich nicht auf Ritualen auf. Она строится не на традиции. Es baut sich nicht auf Tradition auf. Кстати, помог мне реформироваться один немецкий проповедник, опять-таки немец. Übrigens, ein deutscher Prediger hat mir geholfen, die Reformation durchzuführen. Это были проповеди Эрла Штегена. Es waren Predigten von Herrn Steger, Stegner. Немецкий проповедник Erla. В Южной Африке. Ein Prediger, ein Missionar in Südafrika ist das. Он среди черных проповедников. Er hat unter den Schwarzen gepredigt. И я прочитал его проповеди. Ich habe seine Predigten gelesen. Это была первая протестантская книга в моей жизни. Es war das erste protestantische Buch in meinem Leben. Я не думал читать такие книги никогда. Ich habe nie gedacht, solche Bücher lesen zu können. Но была ситуация. Aber es kam die Situation. Я познакомился с протестантским одним диаконом. Ich habe einen protestantischen Diakon kennengelernt. Которому я говорил, чтобы он вернулся в православие. Dem ich gesagt habe, du sollst zu den Orthodoxen wiederkehren. Я ему говорил, что вы не христиане. Und ich sagte ihm, ihr seid keine Christen. Креста у вас нет. Ihr habt kein Kreuz. Матерь Божию не почитаете. Ihr ehrt die Mutter Gottes Святым nicht. Святым не молитесь. Die Heiligen betet ihr nicht an. Мощей у вас нету. Ihr Knochen habt ihr nicht. Бедные вы люди. Ihr seid arm. Вы знаете, у этого брата было большое терпение. Wisst ihr, dieser Bruder hatte viel Geduld gehabt. И смирение. Und Demut. Я ему дал книгу прочитать. Ich habe ihm ein Buch gelesen zum Lesen. А он взял ее. Er hat das Buch genommen. Это была книга о Богородице, о Матери Божьей. Es war das Buch über die Mutter Gottes. И он взял ее. Er nahm das. Обещал прочитать. Hat versprochen, das zu lesen. Для меня это было как елей на сердце. Für mich war das wie Salböl auf meinem Herzen. Я думал, ну слава Богу, вот он прочитает, примет Богородицу, уже наполовину наш, уже все. Und ich dachte, ja, прости меня, wird das lesen, dann wird das schon auf unsere Seite kommen. А там вопрос техники. Und dann ist eine Frage der Technik nur noch. И думаю, подучится, будет хороший батюшка. Und ich habe gesagt, wird ein bisschen studieren, dann wird ein guter Väterchen. И вы знаете, он, ну хитер, он, значит, взял мою книгу, а сам из своих сектантских штанин достал свою книгу. Er nahm mein Heft, mein Buchlein und hat aus seiner Sektenhose noch sein Buch rausgezogen. Я даже запечататься не успел. Ich konnte mich gar nicht kreuzigen. Но я взял, конечно. Aber ich hab's genommen. Потом пару блогов поставил все-таки. Und dann habe ich trotzdem noch. Но было поздно. Aber es war zu spät. У меня появился жуткий интерес. Ich habe Interesse bekommen. А что же там написано? Was steht da geschrieben? Думаю, ну прочитаю одну страничку, много ереси не наберусь. Und ich dachte, ich werde nur eine Seite lesen. Думаю, в конце концов, чему меня может немец научить? Und ich denke, was kann mich ein Deutscher schon lehren? Яйца курицу не учат. Die Eier bringen dem Huhn nichts bei. Простите. Entschuldigt mich. Я так рассуждал. So habe ich damals gedacht. Ну, думаю, протестант, там среди черных, он проповедует, я почитал нотацию. Und ich habe gesagt, ein Protestant, der unter Schwarzen predigte, was ist das schon? Думаю, ну, что у него может быть интересного? Was kann er Interessantes haben? Но я удивился. Aber ich war verwundert. Что этот немец там в Африке любит моего православного Иисуса Христа. Dieser Deutsche dort in Afrika meinen orthodoxen Jesus Christus liebt. Православный Иисус Христос. Ein orthodoxer Christ, Jesus Christus. Я думал, он принадлежит моей деноминации. Und ich dachte, der gehört zu meiner Denomination an. И для меня было откровением, что протестант может любить Господа Иисуса Христа. Und für mich war das eine Offenbarung, dass ein Protestant Jesus, den Christus lieben kann. И для меня это было, наверное, как Колумб открыл Америку. Это было откровение. Für mich war das wie halt eine Offenbarung. И вы знаете, когда я читал эту книгу, я плакал. Und als ich das Buch gelesen habe, da habe ich geweint. Я даже каялся перед Богом, я говорил такие слова примерно. Und ich habe sogar Buße getan vor Gott und habe diese Worte gesagt. Думаю, прости, Господь, что я плохо думал об этих людях, там есть такие, которые любят тебя. Und ich habe gesagt, Herr, vergebe mir, dass ich schlecht über die Menschen gedacht habe, da sind welche, die dich lieben. Мне вначале думал, может, он лицемер, просто взял какой-то плагиат, сделал
но я потом убедился, он любит Господа. Ich habe mich letztendlich doch überzeugt, dass den Herrn liebt. Там были слова такие, которые мог написать человек, либо любящий Господа, либо большой аферист. Es konnten, diese Worte konnte nur ein Mensch schreiben, den Herrn liebt oder einer, der übertreibt. И внутри меня говорило все, что он любит Господа. Und im Inneren hat es mir gesagt, liebt den Herrn. И когда тому брату Грише я вернул книгу Эрла Штегена, und als ich dem Bruder Gregory das Buch von Erland Stegener gegeben habe, я сказал, а у вас нет ли других книг этого автора? Und habe ihn gefragt, habt ihr nicht noch andere Bücher von diesem Autor? А он сказал, я знал, что вам понравится. Und gesagt, ich wusste, das wird dir gefallen. И достал еще одну книгу. Und hat noch ein Buch rausgeholt. И следом говорит, und dann sagt im Nachhinein, батюшка, приходите к нам на собрание. Väterchen, komm zu uns zum Gottesdienst. Я думал, до этого у нас не дойдет. Ich dachte, ja, so weit wird's nicht kommen. Я понимаю, что как бы мир, дружба, жвачка, но не до такой же степени, чтобы вот уже на собрании уже быть уже. Ich habe verstanden, ja, Friede soll man miteinander haben, aber nicht so weit, dass man zum Gottesdienst kommt. И я сказал, знаете, Гриша, ну, я батюшка, человек занятый, некогда мне на все насчет, но... Если du, будет оказия, я окажусь где-то рядом, я зайду. Ich habe nicht so viel Zeit, ich bin Bischof und wenn ich mal unterwegs bin, dann in der Nähe bin, werde ich schon vorbeikommen. И вы знаете, ангелы подстроили оказию. Und wisst ihr, die Engel haben mich so dahin geführt. Я был вечером в райцентре возле этого молитвенного дома. Abends war ich in diesem in der Nähe dieses Gebetshauses. Дело было вечером, дело было нечего. Вот es war abends, es war nichts zu tun und so war's. И мысль пришла, а почему бы не зайти к братьям меньшим к пятидесятникам? Und die Gedanken kamen, warum soll ich nicht zu den Brüdern der Pfingstler rüberkommen? Ну, как говорится, седьмая вода на киселе, но все-таки родственники любят Иисуса Христа, христиане, то бишь. Hauptsache, dass doch sie die Christus Jesus lieben. Я пошел. Und ich bin dahin gegangen. Представляете, я в рясе, ну не в такой, в черной своей такой. Stell dir vor, ich war so schwarz gekleidet. Да, schwarz. Мне нравится. Я шел, значит. В дом молитвенный. Ich bin so in dieses Gebetshaus gegangen. Первый раз в своей жизни. Im ersten Mal in meinem Leben. И прямо перед домом молитвенным мне стало страшно. Und vor dem Haus wurde es mir auf einmal furchtsam. Я пришел в себя, думаю, куда я иду? Und ich habe mir gedacht, wo gehe ich hin? Это маленький городок, там все знают друг друга. Eine kleine Stadt, da kennt jeder jeden. Это разговоров надолго, что батюшка был у сектантов. Das wird eine Gespräche auf lange Zeit sein, dass ein Väterchen bei den Sektenanhängern war. Я ж думаю, соблазню кого-то из овечек заблудших. Und ich dachte, ich werde vielleicht jemanden von den verirrten Schäfchen verführen oder so damit oder Короче, вы поняли. Ihr habt mich verstanden. И понимаете, я пошел все-таки. Und ich bin doch gegangen. Я понял, если сейчас я развернусь, уйду, будет еще хуже. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt mich umdrehe, dann wird's noch schlimmer. Знаете, ну язычники же, языки вот такие вот. Das sind doch Heiden, die haben doch eine Zunge bis dahin. Не знаю, как в немецком, но в русском это классно звучит. Im Deutschen, im Russischen klingt das Wort viel besser. Язычник. Heide, ja. Это значит, как в немецком тоже Heide, язык? Свой язык? Нет. Совсем другое. Но скажите немцам, ну, тем, кто по-немецки говорит, что, значит, что язычник в русском это то же самое, что длинный язык. Das Wort Heide im Russischen bedeutet, wie eine lange Zunge zu haben. Очень и очень длинный. Sehr lange Zunge. И я понял, если сейчас я, значит, уйду, разговоры будут еще хуже. Und ich habe verstanden, wenn ich jetzt weggehe, werden die Gespräche noch schlimmer sein. Скажут, батюшка, что-то вечером там шаманил возле молитвенного дома. Und werden sagen, was hat der Väterchen dort ja, für Zauberkünste getrieben vor dem Gebetshaus? Я же знал там этих людей. Ich habe doch die Menschen da gekannt. И поэтому я решил, думаю, в конце концов, кого мне бояться? Und ich habe gesagt, letztendlich, wen soll ich mich fürchten? Я там запечатал дом молитвенный весь, значит. Ich habe das Haus, Gebetshaus überall ja, gestempelt oder gekreuzt. Все, alles nach vorn. Зашел в молитвенный дом. Bin da hineingegangen. Тем более, думаю, это уже как раз у них там, судя по времени, уже где-то там ближе к концу. Und ich dachte, es ist schon nach der Zeit schon das Ende da bei ihnen. Я надолго не задержусь. Und ich werde nicht lange bleiben. Много ереси не наберусь. Und werde nicht viel Unkraut zupfen. И вот, в коридоре была девушка. Und im Flur war ein Mädchen. Она аж онемела, видит, батюшка стоит. Und sie ist erstarrt, da kommt ein Väterchen. Я не знаю, бывает ли у ваших протестантов батюшки православные, но в России во многих церквях это вообще, это все, что, ну, не знаю, это, наверное, проще, наверное, увидеть инопланетянина, наверное. Es ist in vielen Gemeinden viel einfacher, sogar einen Außerirdischen zu sehen, als ein Väterchen in einer orthodoxen
Im Gegensatz. И вы знаете, значит, и, но это пока. Я думаю, что скоро ситуация будет меняться. Aber ich denke, das ist jetzt nur so. Ich denke, es wird sich ändern. И вы знаете, значит, эта девушка, она ошеломела. Und dieses Mädchen war einfach erstarrt. Я говорю, девушка, куда пройти? Und ich sag, wohin soll ich gehen? Она показала. Sie zeigt mir da. Думаю, зомбированная. Я думаю, когда здесь зомби. Но я пошел. Und ich bin weitergegangen. Я думаю, это как у нас в храме. Es ist so wie bei uns im Tempel. Где-то самая последняя дверь, чтобы где-то там сзади встать и посмотреть, ну, как в миру говорят, поприкалывают. Das ist so wie bei uns im Tempel, ganz hinten irgendwo sich hinzustellen und einfach mal zuzugucken. Подглядеть за ихнюю свободою. Einmal zu gucken, was sie da treiben. И вот, значит, я открываю дверь и захожу. Und ich öffne die Tür und gehe hinein. И вот оно. Und so ist es, da passiert. Я попадаю прямо на сцену. Und ich ich komme direkt zur Bühne. Знаете, специально не придумаешь вот такое. Das kannst du dir nicht einfach so ausdenken. И я еще иду на автопилоте. Und ich bin auch noch schnell. Знаете, значит, впереди трибуна. Also vorne ist стол накрыт скатертью, микрофон. Mikro, alles bereit. Я сделал пару шагов и встал. Und ich habe ein paar Schritte gemacht und stehe. Это очень старая Gemeinde. Das war eine sehr alte Gemeinde. В основном пожилые люди. Sehr alte Leute. Старички присели аж. У них аж рты открылись. Ihre Munde waren einfach offen, sie waren erstarrt. Наверное, если бы Иисус явился в прямом виде, они, наверное, не так бы даже удивились, наверное. Wenn Jesus so ihnen erscheinen würde, würden sie wahrscheinlich anders erstaunt sein. И еще одна мадам сзади встала и на меня пальцем показывает, и так вот. Und eine Madame steht hinten und zeigt mir mit dem Finger und sagt nur. Я потом был в гостях у них много раз. Und ich war dann später bei ihnen zu Besuch. Хорошие, добрые христиане. Sehr nette Christen. И эта женщина просто она видела видение и сновидение. Und diese Frau hat eine Vision also gesehen. И оказывается, она перед тем вот этим событием она видела сновидение. Das heißt, dass sie vor diesem Ereignis ein Gesicht gesehen hat. Она даже ночью разбудила прям мужа. Как? Traum gesehen hat. Traum. Сновидение, ja. Она разбудила мужа. Die hat den Mann geweckt. И говорил ему, Петя, знаешь, что мне снилось? Und sagte, Peter, weißt du, ich habe was geträumt. Вот наше обычное служение, как всегда. Unser einfacher Gottesdienst, wie immer. И угадай, кто проповедует. Und stell dir vor, wer da predigt. Он, ну, может быть, епископ с Брянска приехал. Er sagt, vielleicht der eine Prediger von da. Может, братья из Белоруссии. Vielleicht die Brüder aus Belarusia, aus Weißrussland. Нет, Петя. Er sagt, поп стоит и проповедует. Der Väterchen steht da und predigt. Папс? Ну, батюшка, короче, батюшка. И, значит, и вы знаете, значит, он муж, родной муж не поверил ей. Und ihr eigener Mann hat's ihr nicht geglaubt. Хотя он верующий. Obwohl er gläubig war. И он сказал, нужно меньше есть на ночь. Er sagt, du musst weniger nachts vor dem Essen vor dem Schlafen essen. Уже попы снятся уже. Du träumst schon von Väterchen. И когда она увидела, она ж подскочила. Это вот оно! Und als sie das gesehen hat, ist sie aufgesprungen und gesagt, das ist er. Я ж не знал, я думал, неадекватная реакция. Ich dachte, sie hat so eine Reaktion gehabt. Я даже в мыслях уже, знаете, как стратег уже проследил. Ну, как же я буду отступать вообще? Und ich habe schon in Gedanken mir das geplant, wie ich jetzt бегом meine Schritte hier прямо wegmache, по коридору. Ob ich nach hinten weglaufe oder nach da. Они наперерез, они меня перехватят. Nein, sie werden mich schon packen, habe ich gedacht. И знаете, я чувствовал себя как какой-то Каспер, привидение. Как? Каспер, привидение. Ich habe mich wie я стою, они на меня смотрят просто. Ich habe wie ein Kasper dort gefühlt, die mich alle so betrachten. Ага. Nein, Gespenst, wollte ich sagen. Gespenst, это что такое страшное? Да. Привидение. Привидение. Вот, и вы знаете, значит, и люди эти... Пятидесятники, они пришли в себя. Und diese Pfingstler, die kamen da zu sich. И это было мое первое служение das в пятидесятской церкви. Erster Gottesdienst in der Gemeinde. Посадили меня среди гостей. Man setzte mich unter den Gästen. Потом все встали. Und dann standen alle auf. Вышел пожилой человек. Es kam ein alter Mann heraus. И сказал, мы будем петь псалом номер такой-то. Und er sagt, wir werden den und den Psalm singen. Я еще ухмыльнулся про себя, такого псалма нет в Библии вообще. Ich habe nur gedacht, ja, so ein Psalm gibt es doch gar nicht in der Bibel. 700 аж какой-то. 700 noch was.
Думаю, во-первых, их 150, а в нашем еще 151, но думаю, эти вообще... 150, und bei uns ist ja 100, noch 151. Und но потом я понял, что они открыли книжечки, я понял, они будут петь песню сейчас, und dann habe ich verstanden, обычную песню. Sie werden ein Lied singen. Я так еще ухмыльнулся про себя, так внутри. Hab nur im dann gedacht, думаю, о чем могут петь сектанты? Was können schon Sektenanhänger singen? У нас там понятно. Bei uns ist ja verständlich. Когда нужно, Господи, помилуй. Ja, Gott, erbarme когда dich. Нужно там... Еще со святыми упокой, допустим. Manchmal muss man, ja, um Frieden bitten. А чем могут петь сектанты? Aber was können Sektenanhänger singen? Вот типа, singen? О, моя секта, о, моя секта? О, meine Sekte, meine Sekte? Sowas? Вы знаете, они запели о любви Иисуса Христа. Wissen Sie, sie haben angefangen zu lieben, zu singen über die Liebe Jesu Christi. О самом главном. Über das Allerwichtigste. И вот тогда, я помню, было первое прикосновение Бога вне православного храма. Und da war das erste Mal, dass Gott mich berührt hat, nicht in einem orthodoxen Tempel. И я знал, что эти люди знают Бога. Und ich habe gewusst, dass diese Menschen Gott kennen. Бог был там. Gott war da. Вот этого я не ожидал. Das habe ich nicht erwartet. От него. Von ihm. Как он мог? Wie konnte er nur? При всем уважении. Mit all dieser Achtung vor ihm. Он пришел туда. Er kam dahin. Кому я не давал шанса никакого. Dem ich nie eine Chance gegeben habe. А он там был. Aber er war da. Я этого не знал. Ich wusste das nicht. И это не было обман. Und das war keine Lüge der Wahrnehmung. Когда люди любят Господа. Wenn Leute den Herrn lieben. Когда они прославляют его. Wenn sie ihn preisen. Даже если ты не понимаешь их языка. Selbst wenn du ihre Sprache nicht verstehst. Если тебе кажется все очень странным. Und es scheint alles so komisch zu sein. Ты чувствуешь, что там Господь. Du fühlst, da ist der Herr. Потому что кровь, она взывает. Ja, weil das Blut es aufschreit. Кровь Иисуса Христа. Das Blut Jesu Christi. И я честно говорю, я еле там сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da gehalten, dass ich nicht anfange zu heulen. Когда эти бабушки, дедушки так вот с завыванием по-деревенски пели этот псалом. Als diese Omas und Opas auf, ja, ну, так, по-простонародному, auf so eine für normale Volksweise angefangen haben zu singen. Они были похожи на моих бабушек в моем храме. Sie waren ähnlich, also meinen Omas und Opas im Tempel. В платочках тоже так вот, ну, внешне тоже самое. Also sie sahen genauso von äußeren aus. Но они были трезвы, правда, значит. Sie waren natürlich nüchtern. И они пели не на старославянском, они на русском языке, на понятном. Und sie haben nicht auf altrussisch, sondern auf verständlichem russisch gesungen. И понимаете, вот меня все у меня переворачивалось. Und alles in mir, das hat sich gedreht. И потом, да, мне дали слово в конце. Und letztendlich hat man mir das Wort gegeben. И я впервые назвал пятидесятников открыто устами братья и сестры. Und das erste Mal habe ich offen gesagt Brüder und Schwestern. Мне казалось, что язык мой сейчас вот, наверное, сломается. Ich dachte, meine Zunge wird sich gleich brechen. Это был подвиг веры. Das war wirklich Glauben. Я думаю, что я там, наверное, килограмма два сбросил. Наверное, und ich dachte, ich habe 2 Kilo verloren. Пока da, это произносил. Bis ich das ausgesprochen habe. Но я это сказал. Aber ich habe es gesagt. Фу, и думаю, ангелы аплодировали. Und ich dachte, die Engel applaudieren. И у меня как будто груз спал с моих плеч. Und irgendwie war das so, dass eine Last von mir gefallen ist. Пришло четкое понимание, что это мои братья и сестры. Es kam ein Verständnis, dass es meine Brüder und Schwestern sind. Что они не похожи на меня, я не похож на них, но они братья и сестры. Mir nicht ähnlich sind und ich ihnen nicht ähnlich sind, aber wir Brüder und Schwestern sind. И что семья Иисуса гораздо больше, чем я предполагал вначале. Und dass die Familie Christi viel größer ist, als ich gedacht habe. Я был похож на того иностранца, который узнал вдруг, что у него много родственников, оказывается. Ich war dem ähnlich einem Einwanderer, der erfahren hat, dass viele Verwandten hat im Land. Внучка, жучка там. Кошка, мышка и все. Er dachte, ну, er hat, оказывается, их очень много. Ja, и семья Господа нашего самая большая семья. Und die Familie unseres Herrn ist die allergrößte Familie. Самая потрясающая семья. Die alle bemerkenswerte, erschütternde Familie. Где межнациональные вот эти конфликты гасят, не просто гасятся, но они растворяют, они исчезают. Wo die Konflikte zwischen den Nationen einfach verschwinden. Где культурные барьеры рушатся. Wo kulturelle Barrieren einfach fallen. Где многие предрассудки человеческие в ничто обращаются просто. Многие предрассудки, суеверия, как бы, как ничто. Wo viele Vorurteile einfach sich auflösen. Это замечательно. Das ist einfach bemerkenswert. Это самое великое чудо. Das ist ein großes Wunder. В конце прошлого года я был в Атланте, штат Джорджия. Am letzten Jahres war ich in Atlanta in Georgia.
И я был восхищен, посетив впервые музей Мартина Лютера Кинга. Und ich war einfach erfreut, das Museum von Martin Luther King zu sehen. И вы знаете, я плакал там в том музее. Und wisst ihr, ich habe da einfach geweint. Я видел, как Бог посетил Америку в те дни. Ich habe gesehen, wie Gott Amerika berührt hatte in den Tagen. И у меня была молитва тогда за Россию. Und ich hatte damals ein Gebet für Russland. Была молитва за то, чтобы Бог посетил народы бывшего Советского Союза. Es war das Gebet, dass Gott das die ehemaligen Sowjetstaaten einfach erfüllt. И его посещение не проходит бесследно. Und seine Erfüllung kommt ja kommt nicht ohne как забыл nicht spurlos vorbei. Его посещение приносит изменения. Sein Erfüllen kommt bringt Veränderung mit sich. Воскресение. Erweckung einfach. Из мертвых. Von den Toten. Друзья мои, и я делюсь всем этим сейчас с вами. Meine Freunde, ich teile euch das alles mit. Я, может быть, смехом таким говорю, но я Vielleicht spreche ich das auf lustige Weise. Молю Бога, чтобы это свидетельство помогло разрушить какие-то барьеры. Aber ich bete zu Gott, dass es einfach hilft, viele Barrieren einfach zu brechen. Какие-то стены. Irgendwelche Mauern, которые есть между христианами разных деноминаций. Die unter den Christen für unterschiedliche Dominationen sind. Которые мешают Господу осуществить его грандиознейшие планы в это последнее время. Die Gott einfach stören, seine Pläne in dieser letzten Zeit zu verwirklichen. Которые не будут исполнены без нашего единства. Die nicht ohne unsere Einigkeit sich erfüllen können. Есть единство ложное, конечно. Es gibt auch eine falsche Einigkeit. Есть единство как бы административное просто лишь и такой экуменизм человеческий. Es gibt einfach so eine menschliche Vereinigung. Механический. Ökonomische Sache. Ökumenische. Ökumenische. И такой механический экуменизм. So mechanisch alles. Но есть Божий экуменизм. Aber es ist auch Gottes Werk. Настоящее Божье единство. Die wahrhaftige Einigkeit Gottes. И оно во Христе Иисусе. Und sie ist in Jesus Christus. Оно в истине Слова Божьего. Sie ist in der Wahrheit Gottes. Оно в правде Божьей. Sie ist in dem Worte Gottes. И 10 лет тому назад. Und vor 10 Jahren. В те дни, о которых я рассказывал. Also in den Tagen, was ich erzählt habe. Бог менял мое мышление. Hat Gott meinen Verstand gewaschen. И однажды я был на домашней группе. Und einmal war ich im Hauskreis. У той самой Frau, помните, о которой Bei der Frau, wie ich gesagt habe. И я не знал, что там эта женщина, конечно. Und ich wusste nicht, dass da die Frau ist. Если бы я знал, я не пришел бы туда. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht hingegangen. И, но когда она зашла, Und als sie reingekommen ist, в эту квартиру я был в шоке. In diese Wohnung war ich einfach geschockt. И моя конспирация не помогла мне. Я был без рясы, я был в костюме просто, значит, там, и бороду так спрятал. У меня была борода такая, волосы были по пояс. Ich hatte Bart bis hier unten hin, ich habe das versteckt. Я сел в самый темный угол. Ich habe mich in die dunkelste Ecke hingesetzt und и рассматривал. Und habe das alles beobachtet. Такой дух контроля, материализовавшийся такой. So ein, der voll alles in Kontrolle halten möchte, so materiell. Ну, посмотрим, чем занимаются здесь. Ich schau mal, was die da jetzt treiben. И она подошла, и она обнимается. Sie kommt und umarmt. Она не говорила там, а помните ли, батенька? Und sie sagt nicht, ja, weißt du noch, Väterchen, damals? Она, вот, Наташка, глаза нараспашку, что называется, обнимает и просто, понимаете, она, ну, sie сама доброта. Offen und umarmt. Sie ist einfach voller Freude. Я там наговорил кучу еще гадостей других, которых я не рассказывал вам. Ich habe noch viele Sachen ihr тогда, gesagt. У проходной, тогда. Damals еще. Noch, die ich euch nicht gesagt habe. Она как будто это забыла все. Und sie hat so getan, als ob sie alles vergessen hat. Я видел, она меня прощала. Ich habe gesehen, sie hat mich verziehen. И она меня принимала, какой я есть. Sie hat mich angenommen, wie ich war. И потом была эта группа. Und dann war das der Hauskreis da. Все прошло хорошо. Das verging alles gut. В конце даже молились друг за друга. Letztendlich haben wir noch füreinander gebetet. Называли нужды. Haben Nöte gebracht. Но я почувствовал себя как бы немного на голову выше всех там присутствующих. Und ich habe mich einfach einen Kopf höher gefühlt wie alle anderen da. Они говорили о нужных каких-то странных. Sie haben über komische Anliegen geredet. У кого-то не было холодильника. Der eine hatte keinen Kühlschrank.
У кого-то сапог. Der andere ein Stiefel. У кого-то был пустой холодильник. Der andere hat einen leeren Kühlschrank. Как говорится, мышь повесилась. Ну, как бы, ну, полный капут в семье. Alles kaputt, вот, sozusagen, in der Familie. Я думаю, у меня все хорошо. Ich dachte, и как бы и хлипа до хлиба, и все, как бы у меня alles нормально. Gut. Ich hab alles. И думаю, о чем я буду просить сейчас? Ich dachte, was soll ich schon bitten? Вы знаете, и вдруг осенило меня. Und auf einmal habe ich Ну, как бы, я ist mir klar понял, geworden. Понял. Hab's verstanden. У меня есть нужда. Ich habe ein Anliegen. Да и такая нуждища целая. Und so ein Anliegen. И я сказал, Und вы знаете, sagte, значит, у меня есть проблема большая. Und ich sagte, wisst ihr, ich habe ein großes Problem. Я говорю, наговорил всякие глупости однажды. Ich habe einmal sehr viel Törichtes gesprochen. И не только однажды. Und nicht nur einmal. Я говорил и вот этой женщине, что у вас свой Бог, у нас свой Бог. Ich habe dieser Frau у вас gesagt, своя вера, у нас своя вера. И, du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott. Und ihr habt euren Glauben, wir haben unseren Glauben. И что ее дьявол исцелил. Und dass der Teufel sie geheilt hat. Но, говорю, я хочу забрать свои слова обратно. Aber ich möchte meine Worte zurücknehmen, sagte Потому что я говорю, понял, что вы тоже Божьи как, дети, ну... Тоже дети, в общем. Und ich habe gesagt, ich habe verstanden, dass ihr doch irgendwie Kinder Gottes seid. И тоже, ну, ну братья. Auch so Brüder, ну, Schwestern. Я так снисходя, как бы. So, von oben herab. Они такие радостные стали. Und sie waren so voller Freude. Думаю, ну ладно. Und ich dachte, okay. Они стали молиться на непонятных языках. Sie haben auf unverständlichen Sprachen angefangen zu beten. Думаю, ладно, не по-русски, лишь бы от сердца. Ich sagte, auch wenn es nicht auf Russisch ist, aber Hauptsache vom Herzen. Я встал на колени и давай молиться. Und ich stand auf den Knien und habe angefangen zu beten. Вот своими словами. Mit meinen Worten. Думаю, что мне терять нечего. Я говорю, Господь, ну вот, видишь, какой я есть, такой я есть. Und ich sagte, Herr, so wie ich bin, da bin ich. Из чего было, с того слепили, значит. Вот, значит, вот и, ну, ну, я наговорил глупости, говорю, Бог, прости, пожалуйста. Ich habe gesagt, ich habe törichtes gesprochen, Herr, vergebe mir. И вы знаете, значит, и вдруг. Und auf einmal. Я оказываюсь на полу. Bin ich auf dem Boden. В чужой квартире. In einem fremden, in einer fremden Wohnung. Батюшка, не под этим делом. Ein Väterchen, falsche Sache. И я валяюсь на полу. Und ich liege da. Я думаю, с чего бы это? Und ich dachte, was, wie kommt das? Меня ж не предупреждали. Man hat mich nicht mal gewarnt. Что там такое бывает? Dass da sowas passiert. И понимаете, это... Я ж перепугался. Ich war erschrocken. Лежу и пугаюсь. Ich liege und bin erschrocken. Думаю, это что, подучие или что это? Ну, как бы, ну эпилепсия, может, там... Ist das irgendwie ein Anfall oder sowas? Я был в шоке, конечно. Ich war einfach geschockt. И я так, глядь, они еще не заметили. Und ich guck, sie sind noch nicht fertig. Я думаю, надо быстрее вставать. Und ich dachte, ich muss schnell aufstehen. Вот тебе Шнелли, да? Я пробую встать, а ничего не получается. Ich will aufstehen, aber das klappt nicht. Так развезло. Ну, как бы, ну, один sowas von entbunden geworden. Размазал. Hat mich, hat mich, ich war einfach flach. Я в шоке. Ich war einfach schockiert. Это было похоже на очень серьезное, знаете, что... Es war wirklich ernsthaft. И они там что-то молятся. Und sie haben gebetet. Я думаю, или сейчас, или никогда. Ich dachte, entweder jetzt oder nie. Вы знаете, со всей дури. Вот, so, просто, вот so, и я решил, ну, как бы, ну, одним словом, со всей силы. Mit aller Kraft habe ich versucht aufzustehen. И меня как прижало к полу. Und ich war so an den Boden gedrückt. Никого нету. Ich habe geguckt, da ist niemand. И вдруг я стал рассуждать. Und dann habe ich gedacht. С кем я сейчас разговаривал? Mit wem habe ich gesprochen? С Богом. Mit Gott. Ну и что? Nun jetzt? Это он? Ist er das? Так. So, mit dem Finger. А дед Сергий говоришь, ну посмотрим. Väterchen Sergei, dann wollen wir mal schauen. Кто здесь отец? Wollen wir mal schauen, wer hier ein Väterchen ist. Вы знаете, и когда до меня дошло все это... Letztendlich habe ich das verstanden. И мне было уже наплевать уже, что это чужая квартира. Und es war mir schon egal, dass das eine fremde Wohnung ist. Что я батюшка. Dass ich ein Väterchen bin. Пусть и в гражданке, значит, но батюшка. Auch wenn ich normal angezogen bin. Что я, значит, это ну, ну, как бы, ну, тоже братья, но все-таки, значит, ну, другой деноминации. Es sind zwar auch Brüder, aber die sind ja von einer anderen Domination. И понимаете ли,
Мне было на этом плевать уже все. Und wisst ihr, я знал, что есть Бог и я, и у нас серьезные будет разговор. Und ich wusste, hier bin ich und Gott, und wir haben ein ernsthaftes Gespräch. Знаете, иногда сын понимает, что вот сейчас папа будет очень серьезно разговаривать. Manchmal versteht der Sohn, dass jetzt der Vater wirklich ernsthaft reden wird. Я понял, что это тот день. Und ich habe verstanden, das ist der Tag. И я уже просто расслабился, я не стал уже вырываться. Und ich habe mich einfach schon entspannt, ich habe mich nicht mehr rausgerissen. Это бесполезно, даже опасно даже. Ich habe gesagt, ich habe verstanden, dass es einfach zwecklos ist, я просто заорал. Ich habe einfach geschrien. Со всей дури, знаете, вот заорал, просто заорал. Mit ganzer Kraft geschrien. И значит, и я просто вопил к Богу, и мне было уже все равно, что обо мне подумают вообще эти люди. Und ich habe zu Gott geschrien, mir war egal, was die Menschen über mich denken. Что подумают соседи там внизу, там из... Was die Nachbarn unten oder oben denken werden. Не знаю, что они думали, но это было странно. Батюшка вопил, как резанный. So ein Väterchen hat geschrien, wie als ob er auf dem Spieß ist. Они, стоящие на молитве, они от этого стали еще громче молиться. Und sie stehen im Gebet und sie beten noch lauter. И мы друг друга перекрикивали. Und wir sind lauter. Я перекрикивал всех их вместе взятых. Und wir überschreien sie und sie schreien noch lauter. Ну, Бог здоровый меня обидел, я так орал со всей дури. Знаете, вот. Und вот. Дальше. Ну, да. И. Слезы просто как вот фонтаном. Und die Tränen, die flossen einfach und flossen. И отпустило. Und dann hat's mich losgelassen. Когда я встал с того пола, als ich dann aufgestanden bin, мне казалось, как будто какой-то рюкзак с песком и кирпичами я просто отстегнул. Ich habe gefühlt, als ob ein Rucksack mit Steinen von mir gegangen ist. Мне казалось, как будто я собирал камни много лет, и все потом это сказали однажды: Сережа, можешь это все сбросить. Es schien mir so, als ob ich jahrelang Steine gesammelt habe, und dann wurde mir klar: Сергей, du kannst es von dir lassen. Как про того еврея, да, в анекдоте, который жилищную проблему решал. So wie von dem Juden, der решал жилищную проблему. Тесная квартира, решил расширяться. Значит, ein Problem zu lösen versuchte, eine enge Wohnung wollte sich erweitern. Завел кошечку. Hat ein Katze sich besorgt. Еще, значит, там, курочку, там, ein Hähnchen, also ein Huhn. Вот, значит, ну, кошерного поросеночка, может быть, я не знаю. Вот, одним словом, завел всяких животных, потом все это выгнал, и квартира стала вроде большая. Und hat viele Haustiere sich geholt, und dann hat sie auf einmal alle rausgeschmissen, und die Wohnung wurde wieder größer. Schien größer zu sein. Вы знаете, вот у меня, как будто бы вот это все, оно убежало из меня. Es schien so bei mir, als ob alles von mir gegangen ist. И стало так просторно. Und ich war so einfach. И вы знаете, друзья, я потом одному писятнику сказал, dann habe ich zu einem Pfingstler gesagt, он был традиционный писятник, такой ортодоксальный такой писятник, я его напугал даже. Er war so ein traditioneller, как ортодоксер, да, даже, да, ортодоксер Пфингстлер, so, Миш. Да. Значит, и сказал, знаешь, говорю, я упал на собрании, прям упал. Und ich sagte, weißt du, ich bin hingefallen im Gottesdienst. Он говорит, батюшка, а как вы упали, лицом вперед или назад? Und er sagte, Väterchen, wie sind Sie gefallen? Mit dem Gesicht nach vorne oder nach hinten? Я думал, он прикалывается. Und ich dachte, der macht Spaß. А потом до меня дошло. Und dann ist es mir klar geworden. Он не понял самого главного. Er hat das Wichtigste nicht Перед verstanden. Перед кем я упал? Vor wem ich hingefallen bin? Он не понял самого основного в моем рассказе. Er hat das Wichtigste in meinem Gespräch nicht wahrgenommen. Кто стоял передо мной и кто прижал меня к полу? Wer vor mir stand und wer mich an den Boden gedrückt hat? И вы знаете, я Богу благодарен за то освобождение. Und ich war wirklich dankbar für diese Befreiung. В человеке порой столько умещается, что трудно себе представить. In den Menschen passt so viel rein, dass man sich das ganz schwer vorstellen kann. Как какая-то фаршированная индейка на день благодарения, и то столько не вместит, наверное, сколько человек вмещает всего. Ну ладно, проехали. То есть очень много вмещается. Also es kann wirklich sehr viel reinpassen. И всякие религиозные бесы. Und sehr viele religiöse Dämonen. Да. Всякие духи заблуждения. Viele Geister der Irrlehre. Я ими был нашпигован. Ну, просто как бы наполнен. War einfach erfüllt mit ihnen. И вы знаете, получил освобождение. Und wisst ihr, ich habe Befreiung bekommen. Это было настолько потрясающе. Es war wirklich so erschütternd. И я понимаю, что это принадлежит Господу Иисусу Христу. Und ich verstehe, dass das dem Herrn Jesus Christus angehört. Однажды я разговаривал с одним священнослужителем православной церкви. Einmal habe ich mit einem Priester einer traditionellen orthodoxen Gemeinde gesprochen. И он нормально реагировал на все. Und er hat normal auf all das reagiert. Но вдруг он изменился. Auf einmal hat er sich verändert. Его глаза стали как стеклянные. Seine Augen wurden wie Gläsern. Это было как в очевидном, невероятном каком-то. Das war einfach
он стал говорить не своим голосом. Er hat angefangen nicht mit seiner Stimme zu reden. Таких, как ты, раньше сжигали и правильно делали. So wie dich hat man früher verbrannt und das war richtig so. И внутри меня что-то так ёкнуло. Und in mir hat sich etwas bewegt. Я вдруг понял, это не он. Ich habe verstanden, das ist nicht er. А это дух инквизиции. Das ist der Geist der Inquisition, der Verurteilung, der Hinrichtung. Ага. Er sagt, И я стал знать, о чем говорить. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? О крови Иисуса Христа. Von dem Blut Christi. Я стал говорить об Иисусе. Ich habe über Jesus angesprochen. О том, что Он сделал для нас. Das, was er für uns getan что hat. Он умер на кресте за нас. Dass er am Kreuz für uns gestorben пролил ist. Свою кровь за нас. Sein Blut für uns vergossen я это hat. Говорил и час, и два, и больше. Und ich habe ein und zwei und Stunden, noch mehr Stunden geredet. И Он не перебивал. Und er hat mich nicht unterbrochen. Он обмяк. Ну, как бы er расслабился. So, er war einfach locker da. Он не мог сопротивляться. Er konnte sich nicht wehren. И Он получил освобождение. Und er hat Befreiung bekommen. Потом он смотрел другими глазами und dann hat er das mit ganz anderen Augen gesehen. И я удивился другой реакции совершенно. Ich war einfach verwundert von seiner Reaktion. Он даже сказал, вот если бы в нашем монастыре вы это тоже самое рассказали бы, что мне рассказали сейчас. Sagte, wenn ihr das in meinem Kloster das erzählt, was ihr mir erzählt habt. Приезжайте к нам, говорит. Kommt zu uns, sagte er. Расскажите все это нашим священникам. Erzählt das unseren ganzen Priestern. Подарил мне коробку конфет, все, значит, расположился, он, оказывается, добрый человек. Er war ein wirklich freundlicher Mensch, hat mir eine Kiste mit Bonbons gegeben. Но как бесы издеваются над людьми. Конфеты, Süßigkeiten. Aber so wie Dämonen über die Menschen, ja, sie quälen. Насколько катаются на человеке. Wie sie die Menschen einfach reiten oder drücken. Иисус Христос пришел дать свободу. Aber Jesus Christus gekommen, um Freiheit zu geben. Извиняюсь, у нас есть еще время? Haben wir noch Zeit? Море. Море волнуется. Раз, в этом смысле нет. Друзья. Freunde. Я хочу поделиться. Ich will euch was mitteilen. О чем я обещал. Was ich versprochen habe. Задачами реформации. Die Aufgabe der Reformation. Я свидетельствовал сейчас. Ich habe darüber Zeugnis gegeben. Я думаю, что это поможет очень многим. Und ich denke, das wird vielen helfen. По-другому увидеть церковь. Um die Gemeinde anders zu sehen. По-другому увидеть свое служение. Seinen Dienst anders zu sehen. И другими глазами посмотреть на христиан других деноминаций. Und mit anderen Augen auf die Christen anderer Dominationen zu schauen. Я понимаю, что многим, может быть, многим из вас Ich verstehe wohl, dass vielen von euch люди в рясе с крестом на груди, может быть, что-то плохое говорили или плохой пример показали или не сказали о том, о чем они должны были вам сказать. Das, как вы? Люди, да, Leute, я, да. Dass Leute wie er, die im Kreuz und tragen auf der Brust, dass sie halt vielleicht ein falsches Vorbild gewesen sind und was Falsches gesagt haben. Сегодня я проповедую. Heute predige ich. И не только в церквях. Und nicht nur in Gemeinden. Порой на улицах проповедую. Auch manchmal auf der Straße. И люди порой спрашивают меня, обычные православные граждане. Und die Leute fragen mich, die Orthodoxen. Почему вот мы выслушаем вас, все понятно. Почему наш священник нам этого не объясняет? Er sagt, sie sagen, ja, wir hören euch und das ist alles verständlich. Warum sagt unser Priester uns sowas nicht? Вы знаете, мое сердце обливается кровью за этих священников. Und mein Herz ist einfach mit Blut erfüllt für diese Priester. Я говорю, не судите их строго. Und ich sage, richtet sie nicht streng. Я говорю, что я тоже раньше не понимал многих вещей. Ich sagte, ich habe früher auch manche Dinge nicht verstanden. И будучи священником, я не давал хлеб, а давал камень. Und wie als Priester habe ich nicht Brot gegeben, sondern Stein. А еще хуже давал вместо рыбы что? Змею оккультизма религиозного. Statt einem Fisch habe ich Schlangen gegeben. Я учил молиться за упокой. Да, я учил молиться за упокой, но не говорил, что Библия учит молиться за живых людей. Ну, за упокой, ну за умертвого, да, за мертвого. Вымаливаю их как бы постепенно. Ich habe für Tote gebetet, dass sie rausgebetet werden aus ihren Plagen und nicht für Menschen, die lebendig sind. Я не говорил о том, что вся Библия полна молитв за живого человека. Ich habe nicht verstanden, dass die Bibel voll für Gebete lebendiger Menschen ist. 10 лет назад меня осенило, я увидел в Библии то, что я не видел в ней раньше. Und dann habe ich in der Bibel das gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Что я видел в ней только лишь когда Ну, еще до 88 года, одним словом. Vorher habe ich das, was ich vorher 88 gesehen habe. Что
есть лишь один пример молитвы за умерших. Dass es ein Beispiel für Tote gibt, ein Gebet für Tote. Это молитва за воскрешение умершего. Dass es für die Auferstehung der Toten ist. Других образцов молитв нет. Andere Gebete gab's da nicht. Это не потому, что Бог жесток. Es ist nicht, weil Gott что мы не можем молиться за умершие души. Dass wir nicht für die verlorenen Seelen beten können. Но это потому, что Бог нам дал некую юрисдикцию, направление. Вот, за, вот так мы можем поступать, так мы можем молиться. Weil Gott uns einfach Rahmenbedingungen gegeben hat, dass wir so beten können, dass wir so handeln können. Мы можем принести реальный плод, dass молясь wir за живых людей. Wirklich Frucht bringen können, wenn wir für lebendige Menschen beten. И эти последние 10 лет я не молюсь за упокой. Und diese letzten 10 Jahre bete ich nicht mehr für die Toten. Некоторые даже удивляются, говорят: "Вы православный?" Und manche wundern sich: "Seid ihr überhaupt orthodox?" Говорю: "Конечно." Ich sage: "Ja." А почему же вы не молитесь за упокой? Aber warum betet ihr nicht für die Toten? Я открываю Библию, я объясняю, что такое молитва. Öffne die Bibel und sage, was Gebet überhaupt heißt. Я говорю, что молитва это одно из основных учений Библии. Ich sage, ein Gebet ist eine der Hauptlehren der Bibel. Это вторая тема после темы спасения в Библии. Das ist das zweite Thema nach dem Thema der Rettung. В каждой книге Библии есть примеры молитв, есть образцы молитв, есть учение о молитве. In jedem Buche gibt es Beispiele eines Gebets, gibt es Lehren eines Gebets. И есть учение самого Иисуса Христа даже. Und es gibt eine Lehre von Christus selbst. Но нет в этих учениях и в примерах возможности повлиять на души умерших. Aber in diesem Gebet gibt es keine Möglichkeit auf tote Seelen, also gestorbene Menschen zu Einfluss zu haben. И я понял кое-что тогда. Und ich habe da etwas verstanden. Я должен поступать, как Бог велит. Ich muss so handeln, wie Gott mir sagt. Молиться за конкретных живых людей сегодня, сейчас. Wirklich für lebendige Menschen heute und hier zu beten. Останавливать эту страшную процессию в ад. Dass ich diese schrecklichen Prozess in die Hölle aufhalte. Бог по молитвам совершает чудеса. Gott bewirkt Wunder nach dem Gebet. Люди обращаются к нему. Menschen kommen zu Gott. Демоны покидают людей. Die Dämonen lassen die Menschen. Люди получают свободу. Ja, die Menschen bekommen Freiheit. Реальные плоды. Richtige Frucht. И, друзья мои, и я людям говорю обычно так. Und ich sage den Menschen сегодня, oft, сегодня. Heute, jetzt. Я говорю обычным православным христианам. Ich sage den normalen orthodoxen Christen. Я говорю, молитесь за ваших батюшек. Ich sage, betet für eure Väterchen. Молитесь за ваших священников. Betet für eure Priester. Чтобы им Бог открыл глаза, как мне открыл когда-то. Dass Gott ihnen die Augen öffnet, wie er mir die Augen geöffnet hat. Я мечтаю о том времени, когда многие священников покорятся вере. Ich träume davon, dass viele Priester sich dem Glauben unterordnen. Как в 6 главе Деяний. So wie in Kapitel 6 Apostelgeschichte. И это будет во славу Божью. Und das wird zur Ehre Gottes. И вера от слышания. Und der Glaube kommt vom Hören. Слышание от Слова Божьего. Und das Hören vom Worte Gottes. Церковь омывается баней водной посредством Слова. Die Gemeinde wird gewaschen vor dem Wasserbad nach dem Wort. Других возможностей очиститься церкви нет. Andere Möglichkeiten, sich zu reinigen, gibt es nicht. Как для физического тела вода. So wie für den Körper das Wasser. Так для тела Иисуса Христа сегодня Слово Божье. So wie für den Leib das Wort Gottes, das Lebendige. Чем бы ты ни протирался, чем бы ты ни натирался, есть вода, которая омывает тело. Was du auch benutzt, es gibt einst Wasser, das dich reinigt. И это Слово Божье. Ja, und das ist das Wort Gottes. Представьте себе невесту, представьте себе невесту, которая пришла на свадьбу. Stellt euch eine Braut vor, die zur Hochzeit gekommen ist. И которая, допустим, целый месяц перед тем не мылась. Und die sich vorher einen Monat nicht gewaschen hat. Фу, ja. Да, скажете, ja. Не может быть. Nicht gut, das kann nicht sein. И что скажет жених? Ja, was sagt denn der Bräutigam? Дорогая, иди-ка ты в баню. Teuerste, geh mal unter die Dusche. Ну, в смысле, помойся, значит, ja. Баню водную. Geh mal ins Wasserbad. И вы знаете, Иисус Христос Und Jesus Christus сегодня говорит церкви, sagt heute der Gemeinde, иди-ка ты, дорогая, в баню, geh du, teuerste, unter die Dusche, посредством Слова, nach dem Worte, омойся, lass dich waschen, чтобы не было ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, dass kein Flecken und Runzeln ist, чтобы была святая и непорочная, damit sie heilig und tadellos ist. И церковь придет на свадьбу, und die Gemeinde kommt zur Hochzeit, не Золушкой, не Заморашкой, nicht irgendwie verdreckt, sondern heilig, eine Braut. Amen. И
однажды один христианский, ну, это Марцинковского, слышали Марцинковского Владимира? No? Habt ihr mal von Владимир Марцинковский. Марцинковский. Да. И он в советское время был в тюрьме. In der sowjetischen Zeit war er im Gefängnis. Немного времени. Nicht lange. Его потом выслали из Советского Союза. Man hat ihn dort dann rausgeführt. Он был уехал в Европу, потом в Израиль. Er kam nach Europa und dann nach Israel. Похоронен в Хайфе. В городе Хайфа похоронен. In Haifa ist er begraben. И он был в одной камере вместе с православными епископами. Und er war im Gefängnis mit einem orthodoxen в Советском Союзе. Bischof, also in Russland, Sowjetunion. И у них было время побеседовать о многом. Sie hatten damals Zeit gehabt, miteinander zu sprechen. И он спросил этих епископов. Und er hat diese Bischöfe gefragt. Братья. Er sagt, Brüder. Объясните, пожалуйста. Erklärt mir bitte. Вот почему в Библии, в Божьем Слове говорится, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Warum wird in der Bibel gesagt, dass wer glaubt und getauft wird, errettet wird? А почему вот в нашей деноминации православно принято вначале креститься? Und er sagt, warum ist es bei uns orthodoxen в самом нежном возрасте, еще младенческом возрасте, sich im Kindesalter taufen lässt? И один из епископов сказал примерно следующее. Und einer von den Bischöfen hat das gesagt. Что мы имеем власть связывать и развязывать все. Er sagt, dass wir die Macht haben, zu binden und zu lösen. И мы можем поменять местами эти вещи. Und er sagt, wir können поменять местами. Die, ja, umtauschen oder то есть вначале креститься, а потом, как бы, может быть, уверуют и, может быть, будет спасен. Как бы. Und wir sagen, wir können zuerst taufen und dann wird er vielleicht gläubig und dann wird er vielleicht gerettet. И вот Марцинковский сказал этим епископам. Und dieser Bruder Марцинковский hat zu den Bischöfen gesagt. Братья. Но ведь церковь повинуется Христу. Und er sagt, die Gemeinde ordnet sich doch Christus über, unter, а не наоборот. Und nicht unter, umgekehrt. Церковь не может говорить. Die Gemeinde kann nicht sagen. Когда у меня руки в боки, мне все равно, что ты скажешь вообще. Ну, церковь не может говорить, что я как бы главная. Die Gemeinde kann nicht sagen, kann etwas bestimmen. Потому что церковь должна повиноваться Христу. Weil die Gemeinde sich Christus unterordnen muss. И вы знаете, последние эти годы, 10 лет, я не крещу маленьких детей. Und wisst ihr, in den letzten 10 Jahren taufe ich keine kleinen Kinder mehr. Я не крестил своих детей. Ich habe auch meine Kinder nicht getauft. Тех, что родились в эти 10 лет у меня. Die halt in den 10 Jahren geboren wurden. Старших я крестил. Die Ältesten habe ich getauft. Будучи священником традиционной церкви. Der ich ein Priester einer traditionellen Gemeinde war. Сегодня я им говорю. Heute sage ich ihnen. Вы еще не крещенные. Ihr seid noch nicht getauft. Почему, папа? Warum, папа? Я говорю, что то, что было с вами совершено мною тогда, ich sage, das, was ich damals gemacht hab, я думал, это крещение. Habe ich gedacht, dass es eine Taufe ist. Но настоящее крещение – обещание служить Богу доброй совести. Aber eine richtige Taufe ist ein Versprechen, Gott mit gutem Gewissen zu dienen. Я думал, это крещение, но на самом деле это в лучшем случае благословение было в вашу жизнь. Ich habe gedacht, das ist eine Taufe, aber das war wohl ein Segen. А сейчас вам нужно принять решение самостоятельно. Aber jetzt müsst ihr selber einen Entschluss nehmen. Я говорю им, и я скажу своим младшим детям, когда они вырастут достаточно, скажу им, что вам тоже нужно принять решение самостоятельно сейчас. Ich sage ihnen, den Ältesten und den Jüngsten, werde ich das auch noch sagen, dass sie selbst eine Entscheidung treffen müssen. Есть вещи, которые мы не можем сделать за другого человека, даже самого любимого. Es gibt Dinge, die wir nicht für einen anderen Menschen tun können, auch wenn wir ihn so sehr lieben. Мы не можем покаяться за другого человека. Wir können keine Buße tun oder uns für einen anderen Menschen. Мы не можем принять за него этого важного решения. Wir können für ihn nicht diese Entscheidung nehmen. И мы не можем принять решение о служении Богу этого человека. Und wir können keinen Entschluss fassen, Gott zu dienen für den Menschen. Обещать доброй совести служение. Dass wir im guten Gewissen ihm dienen werden. Эти вещи совершаются один на один с Богом. Diese Dinge tut der Mensch selbst mit Gott. И сегодня я крещу по вере в Иисуса Христа людей. Und heute taufe ich die Menschen nach dem Glauben an Jesus Christus. И когда человек заходит в воду, und wenn der Mensch ins Wasser geht, я говорю ему, веришь ли ты в Иисуса Христа? Sage ich ihm, glaubst du an Jesus Christus? Он говорит, да. Sagt, ja. Я говорю, ты обещаешь служить ему доброй совести? Ich sage, versprichst du ihm mit gutem Gewissen zu dienen? Он говорит, да. Er sagt, ja. Тогда я говорю, что на основании Слова Божьего, dann sage ich, auf der
Basis des Wortes Gottes. И на основании твоего исповедания веры. Und auf der Basis deines Ausrufes, deines Glaubens. Я крещу тебя во имя Иисуса Христа. Taufe ich dich im Namen Jesu Christi. И дальше говорю, что крещается раб Божий такой-то или такая-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Getauft wird der Knecht und dann sage ich den Namen und dann im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. И значит, сегодня я крещу так. Und heute taufe ich so. Почему? Warum? Иисус сказал. Weil Jesus gesagt hat. Познайте истину. Erkennt die Wahrheit. И истина сделает вас свободными. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Я говорю моим братьям, священникам. Und ich sage meinen Brüdern, den Priestern. Я убеждаю моих вчерашних коллег. Ich überzeuge meine Kollegen. Давайте будем слушать того, что Бог говорит. Ich sage ihnen, lasst uns darauf hören, was Gott sagt. Один на один многие из них соглашаются, конечно. Manche sind damit einverstanden. Но понимаете ли, обычный какой, разговор происходит. Aber meistens ist so ein gewöhnliches я Gespräch. Маленький человек, Und man sagt, ich от меня мало kleiner. Что зависит, эта система большая, не мы это придумали, не нам это отвечает ich за все это. Kleiner Mensch. Мы винтики Das System haben wir nicht erfunden, wir sind nur kleine Manicles in einem großen System. Как говорил один реформатор, православный реформатор, ein orthodoxer Александр Веденский. Александр Веденский. Многие у нас живут по принципу, говорит. Viele leben bei uns nach dem Prinzip. До нас положено и лежи оно во веки веков. Für uns ist es gelegt in und soll es ewig То есть, пусть оно лежит постоянно. Es kann alle Zeit liegen vor uns. Вы знаете, много могу привести примеров вам. Wisst, ich kann viele Beispiele bringen. Я надеюсь, в сентябре быть снова с вами. Ich hoffe, dass ich im September bei euch sein kann. На вашей огненной конференции. Auf eurer Feuerkonferenz. Я хочу снова увидеть вашу веру, ваши глаза. Ich möchte euren Glauben, eure Augen sehen. И я хочу видеть вас еще большими и возмужавшими. Und ich möchte euch noch sehen, noch mehr sehen und motivierter sehen. Приобретающими этот мир для Иисуса Христа. Die diese Welt für Jesus Christus gewinnen. Не останавливающимися на достигнутом. Die nicht darauf stehen bleiben, was sie erreicht haben. И я думаю, поделюсь с вами другими вещами еще. Und ich denke, ich kann euch noch andere Dinge mitteilen. И я привез с собой диски. Und ich habe CDs mitgebracht. И газеты. Und Zeitungen. Это DVD и CD-диски. Und das sind CD DVD, CD. Их немного. Es sind nicht viele. Но те, кто приобретут их, я прошу вас, не держите это только у себя. Сделайте хотя бы несколько копий. Und diejenigen, die das kaufen, sage ich ihnen, haltet es nicht für euch, sondern macht Kopien davon. Дайте посмотреть другим братьям и сестрам. Lasst es anderen Brüdern und Schwestern schauen. И газеты. Я привез два материала. Und zwei Zeitungen habe ich mitgebracht. Они посвящены реформации церкви. Sie sind der Reformation der Gemeinde gewidmet. Они формата А4, самого доступного. И можете сделать копии, хотя бы несколько копий сделайте, чтобы дать кому-то еще прочитать. Es ist in DIN A4 und ihr könnt Kopien machen, dass andere Leute lesen können. Там есть мои имейлы. Da ist auch meine E-Mail drin. Вы можете прислать письмо. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken. Я вам могу выслать в электронном варианте все эти материалы. Und ich kann euch das auf... noch all dieses noch rüberschicken. И давайте дружить. Und lass uns einfach Freundschaft haben. Давайте молиться вместе. Lass uns zusammen beten. Давайте трудиться вместе. Lass uns zusammenarbeiten. Я думаю, мы совершим великие подвиги на этой земле. Ich denke, wir werden vieles auf dieser Erde erreichen. Прославляющие Иисуса Христа. Diejenigen, die Christus preisen. И я вам расскажу кое-что под занавес. Und ich will euch nachher was erzählen. Несколько лет назад было чудо. Vor einigen Jahren gab es ein Wunder. Это было в моей судьбе. Das war in meinem Schicksal. Началось с трагедии. Es war eine Tragödie, oder sie begann. Я был за рулем машины, и я сбил человека. Ich war am Steuer und ich habe einen Menschen umgefahren. Это было в Украине. Das war in Ukraine. Я ехал с Киева в город Орел. Ich bin von Kiew in die Stadt Орел gefahren. И на территории Сумской области это произошло. In einer Region von Omsk. Это был школьник, это был мальчик, он был за рулем мотоцикла. Es war ein Schüler, er war auf einem Moped. И он, разворачиваясь передо мной, пересекая трассу, он попал под мою машину. Und vor mir wendet er und kommt dann unter mein Auto. И мальчик был без признаков жизни. Und der Junge war ohne Zeichen von Leben. Было много крови. Es war viel Blut. И мотоцикл был просто как рассыпавшийся. Und das Motorrad war einfach zerstört.
Я молился за этого мальчика. Ich habe für diesen Jungen gebetet. Не за упокой его души. Не отходные молитвы какие-то. Nicht, dass seine Seele zur Ruhe kommt. Знаете, была молитва не согласия с его смертью. Es war ein Gebet, das nicht einverstanden war mit seinem Tod. Я никогда не чувствовал такого страшного ощущения, что на мне кровь человека. Ich habe niemals so etwas gefühlt, dass auf mir ein Blut, das Blut des Menschen ist. Я просто вопил к Богу. Und ich habe zu Gott geschrien. И Бог услышал тогда. Und Gott hat mich erhört. Мальчик ожил. Der Junge wurde lebendig. Он вернулся, он пришел в себя. Er kam zu sich. И я это почувствовал. Ich habe das gefühlt. Даже до того, как он открыл глаза и появились признаки жизни. Sogar bevor er die Augen geöffnet hat oder Zeichen an Leben gezeigt hat. Потому что перед тем я чувствовал его тело, как будто бы свое тело. Weil vorher habe ich gefühlt sein Leib, als wäre es mein Leib. И вдруг я перестал его чувствовать. Я понял, он вернулся. Und dann habe ich aufgehört, es zu fühlen. Ich habe verstanden, er ist wiedergekommen. И это было правда, он вернулся. Und das war wirklich so, er kam zurück. Но он был поломан. Aber er war, были травмы. Es waren Traumas, er war gebrochen. Особенно сильно было на голове. Сзади череп был расколот, и кости разошлись, и мякоть клокотала мозговая. Hinten ist der Schädel gebrochen und Gehirn war durch oder war geschwollen, offen. И я сам руками этими придерживал эту голову его. Mit meinen Händen habe ich den Kopf festgehalten. Мне казалось, эти кости могут разойтись дальше. Es schien mir, die Knochen würden weiter auseinandergehen. Скорая помощь приехала очень быстро, это тоже чудо. Und der Krankenwagen kam wirklich schnell, das war ein Wunder. Водитель машины, врач, там был медработник, был водитель машины санитарной, они все видели то, что мальчик поломан. All die Leute, die das Fahrzeug gefahren haben, und der Arzt und der Helfer, die haben gesehen, dass der Junge, Брюхе hatte. Мальчик, врач сказал, что вряд ли он выживет, значит, потому что у нас нет ничего, чтобы мы могли бы ему сейчас помочь. Und der Arzt sagte, wird wohl nicht überleben, wir haben keine Hilfsmittel, wie wir ihm helfen können. Но мы не довезем его до большого города. Wir schaffen es nicht mehr zur großen Stadt. Это был его диагноз, как бы такой. Das war so seine Diagnose. Но я понял, что Бог воскресил его не для того, чтобы он умер в машине где-то. Und ich habe verstanden, Gott hat ihn nicht auferweckt, damit er im Auto irgendwo stirbt. Я знал четко, что он будет жить. Und ich wusste, er wird leben. Я так думал, даже хоть даже там поломан, но по крайней мере живой. Und ich dachte auch, wenn er Brüche hat, Hauptsache er lebt. И его увезли, я ждал милицию еще на месте. Und er wurde weggefahren und ich habe auf die Polizei gewartet. Да, приехали эти полицаи украинские, они там начали замерять дорогу, значит, там так далее, все. Und dann kamen die Polizisten, die Ukrainer, und haben angefangen, die Straße zu vermessen. И потом я был в больнице. Dann war ich im Krankenhaus. У следователя в кабинете, у следователя потом был в милиции. Ja, bei dem Kommissar war ich dann. С моих слов был записан протокол, значит, я подписался. Aus meinen Worten wurde ein Protokoll aufgenommen, ich habe das unterschrieben. И зашел врач, который забирал с места происшествия. Und dann kommt der Arzt, der das den Jungen weggenommen, also weggebracht hatte. И он начал говорить с того, что он атеист. Und sagt, er ist ein Atheist. Я понял, здесь что-то не так. Und ich habe verstanden, hier stimmt was nicht. Это же не исповедальня, это кабинет следователя. Das ist doch kein Beichtstuhl hier, das ist doch ein Kommissarbüro. И он стал говорить, что если бы не я забирал с места происшествия, я бы не поверил, что такое вообще может быть. Если бы не тот врач? Да. Врач сам сказал, если бы не я сам забирал его, мальчика, я бы не поверил. Der Arzt hat gesagt, wenn ich den Jungen nicht selbst abgeholt hätte, dann hätte ich das nicht geglaubt. А что было? Und ich sage, was war? С его слов, какая-то чертовщина какая-то. Ну, как бы он неверующий, потому он так воспринял все. Er war so ungläubig, aber er hat das alles aufgenommen, was passiert ist. Потому что, говорит, мальчик целый. Weil sagt, der Junge, der hat keine Brüche. И это не была, говорит, массовая галлюцинация. Und sagt, das war keine Halluzination, Галлюники. Галлюники, да? По-русски это не очень красиво. Я знаю как. I forget. Значит, Халлюс. Халлюс, да? Абкюрцинг. И, значит, вы знаете, друзья, значит, врач сказал следователю, und der Arzt sagte dann, что пока не привезли, какие-то минуты прошли, пока не привезли его в районную больницу, es verging eine Zeit, bis sie in die Stadt gebracht hatten, то они ужаснулись, голова у мальчика целая. Wo sie dann zu sich kamen, haben sie festgestellt, der Kopf war heile. Это не просто кости сдвинулись, как будто бы не ломалась голова вообще у него. Es schien so, als ob der Kopf nie gebrochen wäre. И весь он какой-то здоровый. Und der ist irgendwie gesund. Слава Иисусу.
И они его раздели. Und sie haben ihn ausgezogen. Хирург его смотрел всего. Der Chirurg hat das alles untersucht. Они были удивлены. Sie waren einfach verwundert. Внешне не было никаких признаков его поломок. Äußerlich waren keine Anzeichen von Brüchen. На всем теле они нашли лишь только под ягодицей, как шлепок, как будто бы. Sie haben auch, даже не синяк, знаешь, как будто шлепнули просто вот так вот. И все. Sie haben nur festgestellt, als ob er einen auf den Popo gekriegt hat. Попа, да? Als ob da nur so ein Abdruck, also ein roter Abdruck ist oder so. И вот, значит, и дальше, значит, еще больше было удивление, когда мальчика просветили всего, его делали снимки внутренних органов и скелета, костей. Noch mehr waren sie verwundert, als sie ihn gerönt hatten. На снимках значило, что все кости вот целые. Органы как будто бы не ломались, не прорывалось ничего, как будто бы. Die Knochen heile sind und die Organe, als ob sie nie gerissen wären. И вы знаете, первым снимкам врачи не поверили. Und wisst ihr, den ersten Aufnahmen haben die Ärzte nicht geglaubt. Из-за хирурга. Wegen dem Chirurg. Дело в том, что этот мальчик у них лежал в больнице, оказывается. Die Frage war, das war ja so, dass der Junge schon mal im Krankenhaus war. Не было такого серьезного у него происшествия, но он ломал себе кость, значит, и следы от старого перелома должны были бы оставаться. Und es war ja nichts кость заросла, уже все заросло, но след должен был остаться. Er hatte sich schon mal was gebrochen, aber früher und diese, ja, Folgen mussten ja bleiben, sie mussten ja sichtbar sein. Но следа не было никакого. Aber diese Folgen waren nicht mehr zu sehen. И потому врач подумал, это ошибка, это аппаратура, это что-то опять, значит, там нахимичили, может, давайте мы по новой все. Und der Arzt dachte, ja, das ist irgendwas, was kaputt, das stimmt was nicht, mussten noch mal. Опять светили полностью всего мальчика. Und sie haben ihn noch mal geröntgt. Но и вторые снимки показали то же самое, один к одному. Die zweiten Aufnahmen haben dasselbe ergeben. И это было удивление для врачей. Und das war wirklich ein Wunder. Мальчика стали расспрашивать, мальчик, когда ты ел последний раз? Und sie fragten den Jungen, wann hast du das letzte Mal gegessen? Дело в том, что в нем не было, ну как это сказать, пищи или как-то, то есть как будто его организм был внутри такой, как будто он не ел очень и очень давно.